Всем привет! Приехала копейка с зеркальным двигателем. Сейчас будем на ней менять масло. Отрегулируем клапана и замерим компрессию. Прошла на 1500 уже. Как раз вкроем клапанов, посмотрим, что там творится. О, звонит тебе. Номер такой. Присылал. Черные. Черные? Ну как черные? Ну за 1500 вообще. Неплохо что-то. Почернело. Ну самая катка прошла. Ну, вот сейчас можно на 5 спокойно. Тысяч. Убрать! Снимаем воздухан. Воздухан все чисто, он ни масла, ничего не сафонит, как говорится. Нет. Так, сейчас крышку скроем, пока пусть остывает. Другими делами займемся. Так, ну, видишь, вот такая шняга когда, это знаешь зачем? Для чего? Холодный мотор у тебя, потому что у тебя снизу не закрыто ни хрена. Ага, понял. Почему белая? Ну это как конденсат. Тепло, холод, блядь. Тут горячо, тут холодно. Крышка она конденсирует. Ну туда. Конденсат вот этот получается. Вот тут за это. Ну а что тут все чисто? В принципе, как мы его ставили, так и есть. Цепочка не ослаблена. Ну я так скажу, немножко, что немножко это. Послабее. Когда утром я прогреваю двигатель. Мне прям нравится вообще, как работает, вообще все нравится. Вот я жигулевский двигатель, у меня вот это третий Жигули. Копейка, Нива, вот опять копейка. Все, ну, мне нравится, как он работает полностью. Немножко там вот это вот четвертый. Ну, у меня свечку я так и не менял. Да он притрется. Да, только конечно. Что пока он притрется, сожрет кольца. Вот что хреново. Ну ладно, хрен с ним, кольца-то поменять можно. Нет, так мы если будем вот в 10 тысяч разбирать. Но. И заодно можно и колечко на новые подкинешь, и все. Так что все, ну в 10 тысяч. Вот 1500 он уже прошел. Ну ладно, все, пускай остывает. Мы пока пойдем там. Заливаем масло сразу, а то забудем, бля. Сейчас клапана перерегулируем туда-сюда, бля. Сразу залить. Масло, смотри, хоть чистенько. Вот как кто-то брал масло, тут привозили, менял. Как это, блин, как будто уже, знаешь, с отработки сделано. Лукойловское, по-моему. Ну, это вот. Лукойловское? Да, оно какое-то, как, блин, это, я его не люблю. Оно давление на него хуже постоянно. И оно черное. Почему оно черное? Новое масло, оно черное. Коричневое. А это он вообще, оно уже зелено, да? Как подсолнечное. Все, 4 литра всегда заливаю сюда. Подсос вытаскивай. Температуру пробег, кстати, вон сразу. Сфоткай этот кадр. Включай этот. Так, выворачивай. Ну вот первая свеча вообще классная. Фоткай сразу. Вторая. Ну тут какая-то почернее что-то на второй. На первом вообще классно. Это зеркало первое. Зеркало. Здесь зеркало с хоном второе. Здесь просто резец. Вот чем, наверное, туда-то. Здесь резец. Нет, резец здесь тоже. Хон. Нет, резец последний. А, здесь хон. Да, здесь хон. А там хон с зеркалом. Тут вообще кирпичного цвета. Вот что-то второй какой-то не очень, почему-то черный. А может свечка такая, потому что свечки там, я помню. Ну, здесь белая, а здесь вообще белая четверка. Белая, ага. Но вот здесь смотри. А знаешь почему, кстати, на втором здесь плохая? Есть в это маслянистый нога. Че, почему? Потому что он на втором же постукивал клапан, может, поэтому. Да нет. Нет?
принципе, нормальные свечи. Нет, только почему-то все они разноцветные. Смотал? Ну, смотри их все еще раз. А вот это прям кирпичный, правда, да, смотри? Ну, на хоне. Угу. Так, ну все, сейчас будем мерить. Крути! Хорош! Почти, да не почти, 10. 10. Не отпускай газ, не отпускай. Нет, зачем ты, ты качаешь сейчас бензином? Давай. Хорош. Во втором вот 11. Понял вы? Это у нас зеркало с хоном. Второй. Вот может поэтому в нем такой нагар. Давай. Хорош. Хон тоже 11, 10,5. И с фоткой только не забывай. Так, ну и четвертый, самый как бы мне, который не нравится. Ну тут, наверное, больше всего будет. Давай. Тут, по-моему, что мать. Хорош. 11. Видно было? Так, ну-ка давай еще первый раз. Вот в первом что-то меньше всего. Тут зеркало. Давай. Хорош. Первая десятка. Вот почему-то на зеркале все-таки десятка. Не знаю, что тут геометрия так получилась. Да, и фоткать уже не надо. Все. Ну вот такая, да. Вот такая была небольшая видюшка. Мотор прошел 150 тысяч еще раз. Ну там может он побольше, я сейчас сам. 1500. Ну потом посмотрите там, кому интересно. Но я напишу, какие были до ремонта показания. Вернее, после ремонта и сейчас. Все, заходим на драйв, кому интересно, фотки смотрим. Всем спасибо за внимание и до свидания. А, кстати, забыл, напишите, через сколько, допустим, ну, километров, может, кому интересно, еще раз замерить. Наверное, тысяч через 5 замерим, еще компрессии попробуем и посмотрим также свечи, что с ними будет. Ну, а вскрывать, думаю, движок я уже будем это, в 10 тысяч.